Григ. Он шикарный, абсолютно мюрал. Black Sails. Black Sails? Почему Black Sails? Black Sails – это сериал, очень популярный сейчас. Самое лучшее, что было снято о пиратах. Это хроника, и основанная на романах пиратских и на настоящей истории пиратской. И вымышленная история, великолепно. Ну, типа как Капитана Блада, да? И Капитан Блад там присутствует. Одиссея Капитана Блада, я читал. Да, у меня до сих пор фишка есть. Саботини. Да, Саботини. Да. И, но главное, что еще очень много хроник пиратских осталось. То есть, что значит хроник? Они писали? Писали, конечно. Типа летописи? И существовала пиратская республика в свое время, несколько на одном из островов. Несколько лет, чуть ли не 20 лет существовала пиратская республика со своими порядками, законами и так далее. О, как интересно. И этот сериал Black Sails называется, «Черные паруса», как раз сейчас очень популярный в этот. Это как раз репрезентация, это Black Sails, он поднимает парус, видишь, вот там вот. Рея такая, мачта, да, да. И на нем маска, а внутри он человек, пират, а сверху он одевает маску. Все остальные тоже с масками. О, интересно. И везде паруса немножко, все переломляется в виде парусов. Да. Красный парус, вот там Режим. Вверху, синий парус такой, ультрамарин. И все это вместе дает композицию чудесная, чудесная прорисовка. Так что. Отлично. А этот сериал можно посмотреть на Netflix или где-нибудь? На Starz. На Starz. А, отлично. Посмотрим. Да, его надо покупать. Давайте купим запись. Да, и будем смотреть. Отлично, давай.